Современная ботулинотерапия на сегодняшний день подразумевает, что мы корректируем не какие-то изолированные морщины, а стремимся гармонизировать мимику каждого нашего пациента. И, как сказал Оскар Уайльд, молодость – это отсутствие или устранение негативных эмоций. Поэтому задача ботулинотерапии – создать такое выражение лица, на котором эти негативные эмоции отсутствуют. И тогда пациент выражает лишь молодость и красоту. Поэтому на сегодняшний день ботулинотерапия нужна нам именно для гармонизации мимики, а не только устранения каких-то изолированных морщин. И в связи с этим мы говорим о работе с препаратами ботулотоксина уже не только в верхней трети лица, а в технике так называемой full face коррекции. И в плане выбора препарата мы выбираем на сегодняшний день единственный препарат нового поколения, который дает нам возможность только чистой ботулинотерапии, без возможных нежелательных реакций на дополнительные компоненты. И это препарат Xiamin, препарат немецкой компании Merz.